Рекордное количество масок – 134 тысячи – изготовлено в Витебской области 10 апреля. Около 70 тысяч масок было изготовлено за минувшие выходные. На сегодняшний день этими средствами индивидуальной защиты обеспечены все аптеки Витебщины. Такая информация прозвучала в ходе штаба по противодействию распространению коронавирусной инфекции. Всего к изготовлению масок привлечены 78 предприятий региона с учетом учебных заведений и системы социальной защиты. Гуманитарная помощь из других стран, которая поступает в нашу республику, распределяется Минздравом в первую очередь для Минска и Витебска. Сегодня есть необходимость переориентироваться и нарастить производство других средств индивидуальной защиты, медицинских халатов, комбинезонов, бахил и шапочек. На сегодняшний день в Витебской области за сутки изготавливается 600 комбинезонов, 3000 халатов, 1000 шапочек, что в 2,5 раза больше, чем неделю назад. И все же потребность во всем этом более высокая.